машинка представляет. Привет, дружок. Сегодня у нас с тобой очередная новиночка. Вот наша группа любимых трансформеров, которых самый главный Оптимус Прайм, его верный друг Дамблби, любимый Клиффджампер и Блюстрик ждут своего лучшего друга. Это друг Кроссхайр. Это отважный воин, который готов ради своей группы, ради своей цели идти на все. Ну, чтобы долго не оттягивать наше время, мы сегодня представляем твоему вниманию нового друга-трансформера Кроссхайр собственной персоны. Вот такой он должен быть. Вот такой он в виде автомобиля Шевролета зеленого цвета. И вот такой он уже, когда его соберут. Спасибо нашему тягачу. Для чего ты спросишь меня? Столько нам трансформеров. Ух, ведь десептиконы очень злые роботы. И они всегда готовы напасть на наших автоботов. Поэтому лишние воины никогда не помешают в нашем строю. Итак, дружок, мы открываем нашу коробочку и достаем отсюда наши запчасти и, конечно, инструкцию. Вот такая у нас инструкция, как ты помнишь, на двух страничках. На первой мы собираем машинку, а на второй непосредственно нашего трансформера, автобота. Итак, достаем. Ага, у нас вот такие вот наклеечки. Наш пакетик. Открываем его. Высыпаем все запчасти. Итак, автоботы, вперед на сборку нашего друга. Вперед! Ну вот, друзья, вот так мы и собрали сначала машинку, а потом вот такого автобота по имени Кроссхайр. Этот настоящий воин готов вести борьбу с десептиконами. Итак, что скажете, группа? Что скажешь, Оптимус Прайм? Дорогие земляне, я и моя группа автоботов решили помочь вам в борьбе с десептиконами. Нас пока лишь пятеро, но мы готовы бороться с вами плечом к плечу. Итак, земляне, наша группа автоботов готова выйти на битву с десептиконами в помощь землянам. Вперед, автоботы! Вот такая речь была произнесена нашим лидером Оптимусом Праймом. И наша группа автоботов готова перейти в наступление. А вдалеке замаскировалась группа десептиконов. Вперед, автоботы! Вперед! Наступаем на десептиконов! Вперед, друзья! Спасем землю! И началась битва, дружок. И, конечно, победили автоботы. Но это будет в следующих сериях. Итак, с
сегодняшней новинкой нашего нового зеленого кроссхайера, дружок. Не скучай, впереди у нас еще очень много интересного. До скорых встреч, пока!